Их заметили на прогулке в Лос-Анджелесе. Поклонники голливудских актеров Кэти Холмс и Джейми Фокс заметили своих кумиров на одной из улиц Лос-Анджелеса, которые счастливые и улыбающиеся, просто прогуливались по городу. Это первое появление звезд на публике, когда они выходят с одним из членов их семей. На этот раз Кэти и Джейми поужинали и сходили в кино с 25-летней дочерью Джейми Фокса Карин, что может говорить о серьезности их отношений, которые продолжаются уже 6 лет, пишет Daily Mail. Все трое выглядели очень непринужденно, болтали и весело смеялись. Больше по теме Кэти Холмс засняли на яхте с темнокожим бойфрендом перед свадьбой актрисы, и ее избранник Джейми Фокс проводит время на яхте в Майами. Издание также напоминает, что, несмотря на длительные отношения, актеров редко можно увидеть вместе. Впервые о романе звезд заговорили в 2013 году, когда их заметили вместе в Нью-Йорке, уже после развода Кэти с Томом Крузом. Больше по теме Кэти Холмс выходит замуж спустя 6 лет после развода с Томом Крузом. Артистка и ее избранник Джейми Фокс планируют сыграть свадьбу в Париже. Кстати, экс-супруг актрисы не перестает вставлять шпильки еще одной своей бывшей супруге, Николь Кидман. Например, недавно он запретил своему приемному сыну приглашать актрису на свою свадьбу. Приказа авторитетного папы тот ослушаться не посмел.